Привет, зритель. Вот давно из магнита ничего не обозревала, а тут что-то накупила бананов и решила их обозреть. Нет, там не только бананы. Вообще, я сегодня такая помирающая, у меня тут несколько дней мигрень, и сегодня она решила такой конкретно сильной стать. Я-то напланировала заняться тарт, монтажом, переводом, кучей всего, и в итоге провалялась большую часть дня. На завтрак у меня была калина с медом, 2 стакана. Потратила я денег 623 рубля 74 копейки, мне дали даже какую-то хреновину. Эти хреновины уже были, у меня даже 2 было. Так, это не покупка, это спрей все еще тот же от Бакздрав. Сейчас я им лапы спрыснула, а то я пришла, даже руки еще не помыла, хотя я им лапы спрыскивала в магазине после того, как пообщалась с банковскими картами, но хотя они у меня чистые, они же мои. Короче, бананы. Там у нас куча было зеленых бананов и сюльтени. Раньше бы я купила, ну, года 2 еще назад, или 3 даже назад, года 2 назад я бы купила, 1,5 назад купила бы зеленые бананы. В прошлом году весной я начала есть-то эти фруктовые пюрешки с созревшими бананами, и тогда что-то меня попустило с зеленых. В общем, перестала я есть зеленые бананы, ну, крайне редко вообще, это исключение какие-то. Стала есть исключительно желтые бананы или замуровывать их до такой степени, что они становятся супер перезрелыми. Есть десертик такой, кироп пережаренный, ну, жареный, сильный в жарке кироп, порошок и банан 2 штуки, смолотые блендером. В кукпет я скидывала, мне даже вчера, по-моему, фотоотзыв сделали на это. Короче, там были несколько желтых бананов и зеленые. Раз желтые бананы, я их в 3 разных мешочка упаковала. Ну, сначала запихивала их в один мешочек. Несколько штук, мешочек порвался. Я поняла, что лучше на 3 разделить. И обычно на кассе их все вместе взвешивают. Но тут так человек, наверное, проникся и подумал, что я для разных 3 людей это покупаю. И взвесил их по-разному. Не знаю, может, в чеке оно пропечаталось все вместе, но взвешивал он по-разному. В общем, один пакет все-таки порвался еще раз. Хотя я его поменьше уже набивала. 2 бананы. Ну, те такие бананы, которые немного полежат и дойдут до зрелости. Так, что у нас тут? У нас тут чек. У нас тут маска для морды лица. Влажные салфетки и кошелечек мой, который уже сколько? 14, 15, 16, 17, 19, 20. 6 лет он с хвостиком уже живет. Я его покупала еще перед поездкой в Таллин-Хельсинки. Как давно это было? Как давно я никуда не ездила, типа Таллин-Хельсинки. На самом деле, в прошлом году ездила в Абхазию, но в этом году что-то пока не случилось. Дальше Прилуг и моей деревни Масеевского. Обычно я беру молоко 1,5%, оно сейчас называется моя цена. Раньше это было молоко сметанин, очень мне нравится 1,5% молоко. Я на него подсела, когда стала делать благодаря Бакздрав. Ну, они первый раз мне прислали на обзор эти свои, помимо косметики, пробиодерм, какую-то эта вот штука. Это из второй такой работы с ними, сотрудничества, а эти свои пакетики с бактериями. У меня, кстати, там один пакетик на творог лежит, думаю, надо как-нибудь купить и замутить. Но творог у меня пока есть козий. Жалко, что козье молоко и простоквашка закончились. Сейчас у нас с сегодняшнего дня попёрся снег с дождём. Вообще какая-то такая на днях припёрлась холодная осень. Её как бы никто не ждал, но я, по крайней мере, она взяла, сволочь такая, припёрлась. В общем, на сегодня 18 октября, а тут 16 октября молоко, до 22 октября молоко. У меня там немножко молока ещё есть 1,5%. Но его сегодня не оказалось. Вообще. Раскупили, что ли, все. Я знаю, что еще когда бабушка берет такие кефирчики. И я-то на попить молока. Ну, а может, еще кто-то берет. Ну, нету молока. Печаль такая, трагедия. Я решила взять рыбинское молоко 2,5%. Питьевое, пастеризованное. Его как-то брала. Оно вполне себе нормальное. 46 шаре оно стоило. У меня тут чек есть. Не, бананы, оказывается, все вместе потом в итоге на чеке пропечатались. Хотя он даже взвешивал как-то что-то бананы, что-то бананы, что-то пропечатал, бананы взвесил. Где у нас молоко-то? Молоко, самое первое, 46,99, 47 рублей, короче. Видать, у магнита такая же фишка, как у пятерки, 99 в копейках. Без копейки, в общем. Я купила булочки, они свежие. 18 числа сделанные. Мы вкусные булочки столичные, съешь нас. 6 штучек, 300 грамм.
Что-то они по скидке были. Но не раньше примерно столько же и стоили, как теперь эта скидка. 27,90. 28 без копейки. Почему-то 500 грамм. Хотя вроде как раньше было 300. Ну, не суть важно. 4 суток они живут. Я поняла, что если даже они мягкие, но вчерашние, допустим, покупаешь их, что в лучшем случае сегодня съешь вчерашние, да, или после, или завтра уже позавчерашнее получится. Мне иногда тянет на булочки такие, потому что как бы несколько месяцев уже не хочется готовить выпечку, не тянет на выпечку вообще, но иногда вот сегодня не то чтобы тянет, у меня просто такое состояние, я поняла, что мне надо белого хлеба, сыра, крепкого сладкого черного чая с лимоном, и вот я закупилась о булочке. Так, сыр. Был какой-то финский мягкий от белорусской компании, какой-то там Брест-Литовск, что ли. И был ламбер. Финский мягкий, я его вижу второй раз, все что-то руки тянутся, но в итоге как-то не купила. Думаю, два сыра купить, они же у меня умудряются помирать, а кот сейчас сыр не ест. Уже давно как бы сыр не ест, что с ним делать? У меня было два сыра, которые я в середине лета покупала. Один мне не понравился просто, а другой как бы все время покупала периодически. И он мне нравился. Я их оба потерла, засунула в морозилку, потом достала и поняла, что они мне уже, ну, вообще не хочется. Один пока собиралась куда-нибудь пустить, он у меня умер своей смертью, а другой вроде кот захотел, но в итоге он его не съел. Вот я купила себе сыр фасованный ламбер, кстати, хороший сыр, 274 грамма. Он там что-то типа по скидке шел, сколько он вообще сам стоит, без понятия. Хотя я как-то купила головку сыра, по-моему, в этом году, в начале, что ли, где у нас тут этот сыр. Сыр ламбер 599 рублей 90 за килограмм. Вышло на 164 рубля 37 копеек. Примерно столько же стоил тот сыр, который я хотела изначально купить. Я сделаю себе бутербродик. Я купила сметанки, потому что те салаты, что я делаю, вкусно, конечно, с растительным маслом, но со сметаной еще вкуснее. Короче, вареное яичко. Салатик листовой, либо вот у меня была китайский салат, такая продолговатая капуста. Ну, сейчас салаты остались одни. Вчера у меня тетя последняя выкопала, и мне еще кустик оставила, я его перемыла в пленочку пищевую, сложила разными кулечками, и вот на ботву в течение недели захомячить. Короче, салатик листовой, яичко вареное, куриное, можно другое какое-нибудь, птичье яичко. Потом, значит, что еще... Помидорка, если есть огурчик свежий, но у меня как-то не случилось. Вот огурчики мне, которые давали крупные, они ласты склеили раньше времени, они как бы и так собирались клеить. А которые были мелкие, их было очень мало, в итоге у меня огурчиков нету. У меня есть только соленые огурчики, можно соленый огурчик, можно свежий, если вам повезло. Не, можно, конечно, купить, но я что-то сейчас ем только то, что растет у нас из растений или выросло, урожай, короче. В общем, соль, лук порей, может и другой какой-нибудь лук, чеснок. Яйцо вареное куриное, помидорка, огурец, если есть, и этот самый, если абсолют послал, и салат листовой какой-нибудь зеленый, или там капуста какая-нибудь зеленая, и сметанка, и намаслите, офигеть как будет. В общем, я купила сметанку. Там, конечно, стояла цена, но она такая мелкая стояла, я такая очкарик. Я с 50 сантиметров эти мелкие вот циферки не всегда видела. Я нашла, с 16-го она сделана, и до 29-го живет. В основе были с 12-го, с 14-го. Сметанка. Я редко что-то сметанку покупаю. Сметанка-то где? Сметана 39,99, 20%. Тоже, кстати, рыбинская. 200 грамм. Так, это еще одна маска. Маска самопальная. Кто решил? Так... Хлебушек. Что-то мне так понравился этот хлебушек. Последний у меня и предпоследний так долго жили и долго не пресневели. Я подумала, может, это потому, что они лежали в этой хлебнице. Короче, АО. Хлебзавод номер один. Ярославль, кажется, да, Ярославль. Хлеб Бородинский в формовой упаковке. Сделан сегодня, живет 5 суток. У него хороший состав. Он, правда, не особо мягкий. Я брала, мне казалось, он мягче. Короче, его очень хорошо с макалкой. Макалка – это яичница, которая глазунья. Ну и так иногда хомячить. Я редко ем хлеб. Мне обычно такой черной штучки хватает где-то на неделю. Иногда и дольше. В самый последний момент я вдруг увидела киви. Он так на меня смотрел и говорил: «Лёля, ты давно не брала меня. Может, почти уже год. Может, меньше года, но давно. Купи меня». Он такой крепковатый, но он полежит, потом куда-нибудь пустится. Я взяла маленький лимон.
Лимоны были какие-то все странные, такие мягкие. Это был более-менее мягкий. Менее мягкий, чем все остальные. Все остальные были очень мягкие. Я привыкла как-то к крепким лимонам. Если вы как-то понимаете в лимонах, дайте знать в комментах. Вообще у нас когда-то в семье было лимонное дерево, нет, пару раз. Еще при маме и потом уже после аварии. Но вот как-то оно плодоносило, а потом ласты склеило. Даже не помню, в каком году и по какой причине. Лимонного дерева теперь нет. Остался вот лаврик, который кое-кто обещал в мои уезды в деревню поливать, но стабильно на жару забывал. И весь этот лаврик дважды за год пытался обрасти листочками снова, но так как не было воды, то он помирал. Я понимаю, что это бесполезняк звонить и выносить мозги, потому что человек такой. Но вот сам факт. Теперь мне лаврик приходится как-то снова заново выхаживать. Я его даже уже пару раз поливала разведенной золой. Но пока листочков нету, к сожалению. Только вот маленькие наметки на почке. Надеюсь, он все-таки оживет. Лимоны 103 рубля, 104 рубля без копейки за килограмм. 86 грамм вышел лимон, 8,94. Так, киви. 170 рублей без копейки за килограмм, 146 грамм, 24 рубля 82 копейки он вышел. Так, что я тут еще не читала? А, да, бананы 59 рублей, 60 рублей без копейки, и выше все у меня бананы, я еще, видимо, не все достала. На 3 килограмма 162 грамма, 189 рублей 69 копеек. Хлеб бородинский 18 без копейки. Вот еще бананы. Тиша, тут нет ничего такого для тебя. Ты фрукты у нас, на мое счастье, не жрешь. Виноград там был один. Я уже брала, он такой сладенький. Как-то еще раз взяла и выбирала специально, чтобы он нормальный был. Но, видимо, несколько ягодок было уже такие начинающие помирать. И поэтому на второй день у меня несколько ягодок подпортили. Другие ягодки уже, ну, не так все в ажуре было. Но я его схомячила. Короче, виноград... Вот это какой-то другой виноград. Виноград-то где? Виноград тайфи. 120 без копейки за килограмм. 600 грамм у меня вышло. 71 рубль, 71 рубль 99 копеек. Короче, 72 рубля без копейки. Тайфи. Что за тайфи, без понятия? Ну, мы узнаем, в смысле я. Вы-то, может, уже давно в курсе, я-то еще нет. И немного кишмиша. Вообще люблю кишмиш. Одно время мне тут где-то с августа я начала, наверное, иногда покупать кишмиш, даже с сентября, наверное. Потому что все время до этого времени, весь год, какой-то кислый с толстой корочкой виноград был. Любой. Вот кишмиш. А кишмиш, он сладенький, без косточек. Правда, в этом, наверное, будет в тайфе, скорее всего, будут эти косточки. Ну, ничего, переживем. Кишмиш 95 рублей без копейки за килограмм. 326 грамм, 30 рублей 97 копеек. Кот дерет ковер. Так, ну что-то еще там еще есть. А, вот мне дали какую-то фиговину. Я еще на чеке смотрю, что за скидка в 49 рублей. Это, оказывается, игрушка, это стоит 49 рублей. Но мне она досталась бесплатно, потому что сумма у меня 623 рубля 74 копейки. Игрушка в саше, скрепыш 2. Узнай больше. Вискас, Данон, Пепсико. Может, Пепси и Кола? Игрушка для детей старше 3 лет из резины. Без механизмов. Скрепыш. Ну, мне молочные зубы, наверное, одеть. Старше 3 лет, мне 36. Мне, наверное, уже точно можно, да? Ей пользоваться. Вот такая вот хрень. Сейчас я ее попробую закрыть. С какими-то у меня получалось, а с какими-то получилось, с этой получилось внезапно. Вот такая хрень мне попалась от магнита. Всю жизнь мечтала ее получить, честно-честно. Знать не знала, что их уже выдают. Ищи героев Дисней и собирай всей семьей. Всю жизнь мечтала искать героев Дисней. Ну да ладно. И на том спасибо. В общем, вот такие у меня фруктовые запасы. Из магнита. Всем спасибо за просмотр. Если вы едите панаты, дайте знать в комменты. Всем пока!